Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Unit 3, секция Homework, домашняя работа, упражнение 31. Read again the text about education in Australia. Merge the two parts of the sentences. Write them down. Прочитайте текст об образовании в Австралии снова. Найдите соответствие между двумя частями предложения. Напишите их. Example. In state schools of Australia, education is free. Например, в государственных школах в Австралии бесплатное образование. Окей, поехали. A будет соответствовать третье окончание предложения. Получим. In Australia education is compulsory at age 6-15. В Австралии образование обязательное в возрасте от 6 до 15 лет. B. In state schools of Australia, education is free. В государственных школах Австралии бесплатное образование. C. There are some Australians who live in remote island towns. Некоторые австралийцы живут в отдаленных городах. D. Schools of the area are usually situated far away from the big cities. Школы Air обычно располагаются далеко от больших городов. E. Two-way radio and television help to learn the world around them. Радио и телевидение помогают изучать мир вокруг. И последнее. F. Schools through their mailbox are for students who live far from any school in the area. Школа через почтовый ящик — это школа для учеников, которые живут далеко от школы в области. Окей, упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.